Играем, ребята, в Лига Испытаний, самоцветная мания. Поехали. Берем танк Титан. Давайте мы улучшим сразу. О, можно еще улучшить, но пока денег нет. Офигеть. Так, поехали. Ага. Против этого чувака я буду играть, да? Блин. Денег не хватило, я бы еще сильнее улучшил бы танк. Ну да ладно. О, все, уничтожили. Уничтожили мы чувака. Так, дальше, что у нас там? Сразу победа? А, по такой степени будем победы собирать? Вы мне дайте денег хотя бы за эти победы. Пока мы всех танков не уничтожим. Хорошо, понял. Что там у нас? Надо как-нибудь встать так аккуратно. Хотя, не будем тратить времени. На, получай. На. Давай тут. Сразу сейчас. Сейчас он подъедет. Давай, едь. Мы скинем ему напалм. Все. Ах. Смотри, какой хитрец. Где же ты? Где же ты, хитрец? Давай, едь сюда. Во. Пошел. Удар. Готово. Еще. Есть. Уничтожили. Ой, на миллиметре, ребята, были. Реально, на миллиметре мы были. Еще одна победа, и мы получим 10 алмазиков. Так, ну все, давай, пошли. Нам сейчас точно нужно нам победить. Угу. Крестуха какая-то с нами играет. Ага. Ладно. На, получи, шапку сняли. Шапку сняли мы с тебя легко. Так, давай. Сейчас он будет назад подъезжать. Он какой-то хитрый, слушай, чувак этот. Слушай, я не знаю, вот чего он сюда, чебрик этот, заехал, а? Скажи мне. Скажи мне, вот зачем он сюда заехал? На, получай. Сейчас я тебе еще напалмом щелкну. Ах ты гад, смотри, а. От напалма моего убежал. Сейчас, подожди. Я тебе пару щелбанов и все. Где же ты там? А, вот он идет. На. Так, ты что, опять смотри, он опять меня перепрыгнул. Прикинь, какой-то странный. Странный, а, 7 секунд осталось, ребята. Осталось 7 секунд. Ух ты, смотри, он меня успел как-то задеть все-таки. А, внезапная смерть. Да в смысле? Да как так, а, гад, меня уничтожил. Вообще ни за что, ни про что. Ой, блин, вообще жесть. Давай этот усилитель возьмем. Давай вот эту штучку возьмем. Поехали. Поехали. Так, тут маленький танк какой-то. А как они вообще с маленькими танками решили бороться? Вообще с большими. Им что, не страшно? На! На! Есть! Уничтожили мы. Уничтожили мы его. Быстренько так. Причем. Ну все, алмазы мы заработали. Теперь мы будем зарабатывать сундучки. Давай, берем Титана. Ух ты, Титан против Титана. Ну, прям интересненько, интересненький бой будет сейчас. Очень интересненький бой. Ладно. Ух ты, гад, а смотри, как он меня щелкнул, да? На тебе, на. Тихо, на, держи. А ты что такой хитрый, а? Давайте быстренько подлечимся. О, есть, на, получил. Давай еще едь. Едь сюда. Едь давай быстрее сюда. Так, ну у меня здоровье больше, да, чем у него? Есть. Получил. Еще. Отлично. Ребята, смотри, мы щелкнули Титана. И продвинулись немножечко к сундукам. Все, поехали дальше. На Титанчике. О, какой-то малыш. Ну, у него крутилочка вот эта вот. Я не люблю крутилки. Мне нужно двигаться. Подъехать. Вот сюда. Опа, хе-хе-хе, на. Ёлки-палки, смотри, что он делает. На. А, это такие, ты такой хитрый, да, что ли? Алло. Есть. Уничтожили, прикинь. Нормально, да, вообще? Алло, он такой хитрый был. Но мы хитростью тоже. Мы тоже хитрые. Тоже хитрые. К сожалению, одно у нас поражение. Этот танк нас щелкнул, маленький. Так, ладно, Титан. Титан против Титана. Ну, хорошо, поехали. Поехали. Оп, тихо. На, есть удар. И ты мне щелкнул, да? Ладно.
Так, ты что там перевернулся-то, а? Алло. Ух ты! Тихо-тихо-тихо-тихо! На! Еще один ударчик. На, готов! Все, отбили мы ему все. Желание. Драться. Так, отлично. Сундучок есть. И дальше идем. 20 кристаллов. Вау, 20 кристаллов, ребята, это много. Это много. Угу. Так, более уже какие-то продвинутые танки пошли, смотри, я вижу, я смотрю. Ага, и Швейцария какой-то. Ух ты, ну я вот здесь стану. Опа, есть. Есть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, кто кого? Ух ты, он меня перекачал. На тебе тогда ударчик, прям в башню мы ему стрельнули, и он умер. Угу. Погиб, бедолага. Все, продвигаемся мы все ближе и ближе к заветным кристаллам. Ну что ж, поехали дальше. Ух ты, опять такой же танк у меня. Я не знаю. Ну, давай попробуем его щелкнем. Попробуем щелкнуть. Так, ну я здесь вот стану. Опа, готов. Готов, попали мы в тебя один раз. Еще раз попадем. Тихо-тихо-тихо, не сердись. Что мы тебе щелкнули так быстро. Угу. Вот, продвигаемся к 20 кристаллам. Поехали дальше. Ух ты, супер феникс? В смысле? Это же не феникс, это же титан. Ладно, титан так титан. Ладно, ладно, едем, едем. Вот так мы тебя сейчас щелкнем. Готов. На! На! Ух ты! Блин, жалко. Ладно, мы сейчас это, подлечимся. Максимально, сколько вообще возможно. Так, мне надо теперь его отщелкать. Нет, он где-то там спрятался. Не, он реально спрятался, смотри. Да ты чё? Я думал, ты спрятался, а ты как раз ехал. Это ж надо такой вот дурачок, а? Это ж надо такой вот противный быть. Есть. Есть. Вы уничтожили мы тебя, Супер Феникс. Эх, а если бы не было вот одного поражения, я бы вообще подчистую бы шел бы. Ну что ж, так, денег нету. Улучшить мы титан не можем, к сожалению. Ну да ладно. Так, а мы еще смотрим. У меня генеральское звание. О! Так, опять этот синий-желтый. О! Они ж хитрые-хитрые-хитрые, эти синий-желтые. Ай-я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 й. На тебе! Так как же тебе меня побороть тебя-то, а? Как же мне тебе побороть-то, слушай? Ладно, едь сюда, давай. На, еще, на. Ах, все, он меня сжег. Слушай, какие же они сильные, вот эти синие-желтые, а, чуваки? Ладно, идем дальше. Идем дальше. Надо будет мне тоже феникса, кстати, взять. Да, Давидыч какой-то. Давидыч. Так, ух ты. Russian people. Ладно. Все, подходим ближе, ближе. Отщелкаем сейчас у тебя. Получай. Получай. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ладно, мы сейчас подлечимся. Где ты там? Во, я тебя вижу. Еще один ударчик тебе прям вот попадание сделаю сейчас. И все. Есть. Еще одно попадание. Готов. Да, поражение у меня, два поражения, блин. Ах. Мне нужно дойти, ребята. Давай возьму Феникса. Попробуй. Ух ты, Катюша, она была... Ладно. Феникс тоже хороший. Надо, главное, уметь как Фениксом играть. Вот, вот здесь берешь Фениксом, спрячешься и ждешь. На тебе, огонька. На, держи. Так, подлечиться надо. Ух ты, нет, я подъеду поближе. Во! Держи, огонька. Сейчас еще я в тебя щелкну. О, вот здесь пока постоим. А может быть нет. А, все, победа, победа. Как же он там сам себя отщелкал, что ли? Ничего не понять не могу. Так, ребятушки, одна победа, я заберу. А, сундук, сундук. Мне нужен сундук. Очень нужен. Очень нужен сундук. Ладно, возьмем титана. Я надеюсь. Я правильно сделал. А, джокер какой-то маленький. Сейчас мы его. Тут пару ударов джокера и все. Должны победить. Должны победить этого джокера. Вот так вот, вот так вот. На тебе. Тихо, 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 тихо. Нет, 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 нет. Иди сюда. Так, подлечимся сразу. Ух ты, джокер. Джокер, джокер, малыш.
Малыш Джокер, получи. Еще один ударчик. Готово, ребята. Может быть, сундучок мне дадут? Реально. Ну, вроде бы как сундучок дадут. Ну, смотри, у меня тут 50 алмазов. Вот мне бы их выиграть, 50 алмазиков. Не знаю, получится или нет. Берем титанчик. И поехали. Ага. Так, откуда ты? С какой стороны, мне самое главное? А, из России. Так, хорошо. Из России 50 на 50, что я выиграю. Ну, не факт. О, есть попадание. Готово. Давай, давай, есть сюда, есть сюда. На. Тихо, тихо. А, не переворачивайся, вонючка. Вонючий случай, ты чего? Давай, срочно подлечиться надо. Так, чуть-чуть подлечились. Ох ты, есть, готов. Удар, удар, удар. Где-то он здесь рядышком. А, вот, вижу я. Ага, не доехал, ребята, он не доехал. Ой, 50 алмазов я хочу. Ой, хочу. Как же мне выиграть-то, а? 50 алмазов хочется. Очень хочется. Мухаммед какой-то. Мухаммед! Смотри мне аккуратно здесь. Смотри мне тут аккуратно, я сказал. Смотри, что он творит, а? С крутилкой его, со своей, а? Со своей крутилкой. На! Получи, Мухаммед. Да, Мухаммеда сделали вообще, ну, подчистую. Ох ты, еще один раз я выиграю 50 алмазов, представляешь? Надо мне дойти, попробовать постараться. Так, тут маленький танк, ну как же, я тебя должен щелкнуть, слушай, чувак. А, из Белоруссии, слушай, а? Дружеской нам, Белоруссии. Ой-ой-ой-ой-ой, на, подожди, на, держи. Так, ты что свою вонючку, а, вытащил? Так, мне быстро подлечиться надо. Хорошо, еще, есть, он не доедет. Он не доедет до меня. Едь сюда, давай. Есть, готов. Готов. У нас победа, ребята. У нас победа. Награда. Да, есть VIP, а есть обычный. Ну, получаем обычный. У нас VIP нет, к сожалению. Получаем обычный. Так, что же мы тут получим? Ах, к сожалению, я думаю, вдруг я танк какой-нибудь выиграю. А, можно еще, да, играть, получается, да? Мы тут хотя бы все собрали. Ну, давай попробуем. Надолго ли меня хватит, конечно. А, если еще он с Украины, то все, мне капец. А, нет, получается с Греции. Ну, мы его сейчас попробуем щелкнуть. На, понял. На, вонючка. Так, ну все, это очень плохо, что он у нас здесь будет ехать. А, меня поджаривает. Он специально так делает, слушай, алло. На, получай. На еще. Так, подлечиться надо. Ну, давайте подлечимся. Так, ремкомплектик забираем. Где же ты там? Во! На! Давай, едь сюда. На! Да какой ты же хитрый, а? Какой же ты хитрый, слушай, чувак. Ладно. Вот, получи. Вот хитрец, а? Ах, ты хитрец. Слушай, а как мне такую картинку сюда поставить, а? Фотографию свою, интересно. И что, я все прошел, получается? Хотя бы деньги давали. Можно еще играть, я так думаю. Ага, да, можно. Катюша. Клан туда плей. Поехали. Ух ты, это я не знаю, с какой он страны. Интересно. Ребята, если вы знаете, что это за страна такая, напишите в комментарии. Ух ты, на, получи. Ах ты такой гад, а. Ты мне сейчас еще не дашь выиграть, что ли? На, получай. Смотри, какой ты хитрый, а. Смотри, что он творит. Так, мне нужно подлечиться срочно. Так, подлечились. Все, стоим и стреляем, короче. Он явно сюда сейчас подъедет. Есть. Еще один удар. Готов. Акс. Какой-то акс. О, 17 написано. Что значит 17? Было 16, сейчас 17. Побед, что ли? Ладно, я еще могу. Я могу еще. Разочек. Карлос. Какой-то Карлос. Карлос Кастанедус. А, смотри. Мы должны его щелкнуть. Есть сюда. Есть. Попали. Давай еще. Есть. Еще. Есть удар. Еще. Еще. Готов. Какой-то Карлос Эрсус. Ну, какой-то с Греции, что ли.
Ну что ж, все, дальше пойдем. Еще дальше будем играть. Пока нас не уничтожили, мы будем играть дальше. Так, ладно. Понятно, сейчас мы тебя щелкнем, слушай, дружище. Так, у него танк. Оса. Опа, получи. Получи. Так, главное не стоять. Ладно, поближе сейчас мы встанем. Вот здесь к нему. И тогда он ничего не сможет сделать. Видишь, он ничего не может сделать. Не-не-не-не-не-не. На, сейчас мы тебя отщелкаем, подожди. Так, подлечимся сразу, конечно же. Все, даже можно было не подлечиваться. Отлично, 19. А ну-ка, что у нас там информация? Так, первая игра событий бесплатная. Игра длится до 3 поражений. Ваше самое большое количество побед будет отображено в рейтинге игроков, а самые лучшие игроки получат награду. Вы также можете один раз получить личные награды в меню событий. Хорошо. Лига испытаний – это еженедельное событие, которое происходит с четверга по пятницу, с часу до часу. А награды за окончание события. Первое место – 1000 алмазов. Второе место – 300, третье место – 200, четвертое, десятое – 100, одиннадцатое, пятьдесятое – 50, 51 и 130. Это если я в сотку самых крутых войду, мне типа 30 алмазиков дадут. Ну ладно, попробуем. Я просто не думаю, что я там куда-то дальше могу пройти. Нифига. Я себя такого мнения не знаю. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Давайте, не будем давать ему встать. Да ты чё такой хитрый, а? На. Так, ну, у меня один удар есть у него. Держи. Так, ладно, я тебя не пропущу. На! Нифига. На мамонте, видишь? Хит. О, он сам себя взорвал, что ли? Санжар, ну что ж, бывает. Так, 20-ка. Нифига себе. Да. Мне бы титан бы еще улучшить, если кто-то два раза это проиграл бы. Ах, к сожалению. К сожалению, не попались же мы такие, что тяжело очень было их уничтожить. Ладно, едем дальше. Так, вот маленький. Маленький чувак. Ну, ты что будешь сейчас вот так вот делать постоянно, да? На. О, попал я под раздачу. Мне нужно подлечиться срочно. На, получил. Еще. Давай еще. И победа. Хорошо. И мы можем дальше играть. Поехали. 124 алмаза у меня, представляешь? 124. Сейчас я включу, все включу, что надо. О, нет, вонючка, подожди. Надо тебе как-то так не дать. Смотри, мы сцепились, да? Ой-ой-ой-ой-ой, стрелять начал, на. Так, давайте подлечимся сразу. Вот, едет. Раз, удар. Второй. Третий. Еще один. На! Разбили мы его. Просто взяли и разбили. Интересно, войду или я в сотню игроков? Хотя по всему миру играет столько людей. Там. Я не знаю. Очень тяжело будет войти в сотню. Так, давайте здесь станем. А, на Катюшу ты стреляешь, да? Ладно. Хитрец. Ой, хитрец. У тебя карта просто хорошая. У тебя просто хорошая карта, друг. На, получи. Уничтожили мы его. Хорошо. 23 место уже, как-никак.